Снова в школу. Уже через неделю Управление социальной защиты города помогает собрать к 1 сентября детей из малоимущих семей. На этот год в местном бюджете на данный вид поддержки предусмотрено 201 600 рублей. На эти деньги куплены канцелярские наборы для 400 ребят. Акция так и называется «Поможем собрать детей в школу». К ней уже присоединились крупные торговые центры, благотворительный фонд «Братство милосердия». Горожане также могут внести свой посильный вклад – тетради, ручки, альбомы, краски. Можно принести в Управление соцзащиты по адресу Шереметьевский проспект, дом 1, кабинет 210. Телефон для связи 59 45 50. Они могут и к нам сюда обратиться, принести те, допустим, канцелярские товары, которые бы они хотели пожертвовать. Могут и в территориальное управление обратиться. Это на улицу Строительную, дом 5, в территориальное управление. И, естественно, даже то, что мы соберем, мы все равно передаем туда. И распределение, вот этот формат распределения идет через территориальное управление.